зрителям, подписчикам канала привет. Сегодня будем строить теплицу под названием Легенда, необычной ширины 3 метра 85 сантиметров. Будет стоять вот на таком бетонном основании. Основание от старой теплицы досталось нам. Вот тут торчки торчат всякие, спилить будем. Все, начинаем работать. Каркас поставили, закрепили к бетону. Сейчас сделаем сливы и будем крыть крышу. Ой, крышу, стены поликом. Монтаж, напоминаю, строили сегодня теплицу 4х6, Легенда, на бетоне, цельные двери по торцам, стеновая фрамуга, сразу видим, перегородка, которая делит на 4,6 метров теплицу, каркас сделан с профильной трубы 40х60, также используется труба 20х40, покраска примерно порошковым способом, цвет шоколад, имеются диагональные усилители для большей жесткости. Все это стоит на бетоне, закреплено с помощью анкеров. Снизу сделан отлив для красоты, чтобы вода не попадала вовнутрь. Поликарбонат 4 мм, 0,7 плотность, все торцы защищены торцевым профилем. Второй торец с цельной дверью, 2-метровый отсек. Форточный блок у нас имеется ручной. Вот такая отличная, объемная, очень вместительная, а главное, очень прочная и надежная теплица у нас получилась. А у меня на этом все. Ставьте пальцы вверх, задавайте вопросы, пишите свои комментарии. Всем пока!